Ничего они тебе не сделают! Ну, пожалуйста, ну не надо, я же ничего не сделал. Я же тебя просто стоял, разговаривал. Ты чего, телефон? Ага, не попал. Коль, да вот, положил, все, вот, иди сюда, не бойся. Пожалуйста. А что пожалуйста? Да все хорошо, не ходи. Все, 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 не переживай, все нормально. Присядь, все хорошо. В Магаданском драмтеатре состоялась премьера «Человека из Подольска». Николая, который живет в подмосковном городе, задерживают полицейские. Помимо обычных вопросов о возрасте и семейном положении, мужчину спрашивают о населении его родного Подольска. Странные просьбы и поведение полицейских вводят героя в ступор. Спектакль поставлен по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. Комедия, драма, абсурд. Постановка смешала в себе множество жанров. Почему ты все время задаешь мне вопросы? А? Откуда мы знаем? Что, ты думаешь, что менты такие тупые, что ли? А? Что мы готовы только наркотики подбрасывать, бить вас, уничтожить? Нет, ну, в принципе, такие есть. В спектакле поднята тема апатии, равнодушия человека к своей малой родине, а также насилие над личностью. Режиссер-постановщик Юрий Печенежский отмечает, этот спектакль про Магадан. Места на премьере были ограничены из-за пандемии, зрители проходили в театр по QR-коду. Как отмечают магаданцы, спектакль заставляет задуматься. Вот это вот все было, а? Что это? Что это было? Это была обычная оперативная работа, Николай. Мы вас задержали, выясняем твою личность и все, что такого. Есть проблемы какие-то? Нет. Есть претензии? Нет. Все. До свидания. До свидания. До свидания. Честно говоря, я вышла в некоем таком раздумье. Даже не знаю, ну, наверное, это какой-то эксперимент. Эксперимент над зрителем прежде всего, потому что каждый задумался, где он живет, а что он знает о своем городе, как он к нему относится. И, возможно, негативные впечатления о том месте, где ты живешь, приводят к сумасшествию в твоей жизни. Елизавета Сипайлова, Александр Фещенко, «Магаданское время».